У стены дома 1 на улице 4-я линия лежит внушительная гора кирпича. По мнению местных жителей, в настоящий момент стена представляет опасность для прохожих и владельцев квартир. О том, что она отходила, мы писали. В оконцовке она рухнула, не дождавшись ремонта. А куда писали? В жилищную нашу компанию. И что вам там ответили? Что будет создана комиссия, которая рассмотрит нашу жалобу. И будет уже принято решение. Но так ничего и нет. В стене дома образовались трещины. Жильцы считают, что необходимо предпринять срочные меры, чтобы в дальнейшем не обрушилась стена. Нужна как минимум экспертиза, чтобы понять, что происходит со зданием. Кто знает, она дальше он поведет следующий балкон. Это уже первый, второй и третий потянет. И что дальше? А больше я ничего не знаю. Делать никто не хочет ничего. Что сказали летом. А лет проходит некогда. Вот прошло лет, они не сделали. Мы боимся, что это пойдет и дальше, и как бы стена не повелась. Потому что с одной стороны стена уже пошла. Я вам показала, вы видели. Там тоже трещина. Эта трещина, мы не знаем, как это, облицовочный кирпич или она идет внутрь уже квартир. Об этом тоже. Плюс вот в подвале у нас получается тоже, видите, трещины. Их замазывали, но все равно они появляются с каждым годом опять. Надо сказать, что жильцы дома номер 1 по улице 4-я линия уже обращались в свою управляющую компанию «Городская роща-1». Пока ситуация не изменилась. Мы позвонили в эту управляющую компанию, нам ответили следующее. Конструкция дома каким-то образом разрушается. Здесь мы обслужить ее уже не можем. С нашей стороны обязательства будут по вывезу этого кирпича. И дальше, может быть, какая-то независимая экспертиза должна быть о том, чтобы принять решение, что происходит с домом, почему вот это обрушение происходит. Потому что строили не мы его, каким образом восстановить, мы это тоже на данный момент точно не имеем права. Дадим обратную связь. Сейчас информацию нужно поднять, уточнить все документации и так далее. Изменится ли ситуация, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Григ Глотов, телекомпания «Город».